пора. Считает. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, лучше вы к нам. Счастливо. Практически до самого Якутска, в основном, это перевалы. Есть перевалы, вот в настоящий момент можно не просто... просто любоваться. А есть перевалы, по которым, откровенно говоря, едешь и страшно становится. Сейчас второй видеорегистратор. Через 500 метров поверните налево. Ё-моё, какой резкий этот. Так, где мой второй датакам? Датакам нашел, а где его крепление? Теперь можно трогаться. На датакам буду стараться снимать эти горные перевалы. Природа. Скалы, река, реки, леса. Все включено. Этот спутник и поймал. Этот еще нет. Поехали. Полотно дороги довольно-таки плотная. Ну, да так там долго будет ловить. Долго устанавливаем связь со спутниками. Поверните налево. Куда я поворачивать не буду. Особо доверять. Вот этим Яндекс-навигатором и другим. Мы ушли с маршрута. Нормально. Я двигаюсь по трассе Р-504 Колыма. Последние асфальтовые участки, далее нет, дружище, не могу взять, извини. Ругается, наверное, то, что не взял. Так, ну, включился датакам, спутники.
вроде бы нашла. Через час поменяю карту памяти на TrendVision. Были бы такие дороги до самого Якутска, даже не до Якутска, а до трассы Амур. Путешествие было бы просто великолепное. Не все кадры будут качественны, потому что отражение в стекле полностью устранить не получится. Но посмотреть на горы, на реки вполне можно. Так, уже снят верхний слой, готовится. Участок к ремонту. Ну, это очень маленький участок. От Магадана проехали километров 120. Километров 120, считайте, какой процент, процентов 10, может.
Но скоро и такое счастье закончится. ПСО-4, Магадан. Тоже видно по полотну дороги прошлись резой, выровняли. А теперь будет по всей вероятности укладка асфальта.
центральный Grand Vision и боковой Datacam 6 Max. Вот какая красота. Сейчас на боковой видеорегистратор снимается. Такая же красота и с правой стороны.
километров.
здесь хоть в Магадан, хоть из Магадана, съемка на боковые камеры, они просто дадут великолепную картинку в обоих вариантах. Могут дать. Город Магадан.
покататься по улицам.
халява, а сейчас такая.
которых высокий протектор. Сопиток, так назвать, проплешины какие-то, что ли, какая-то растительность низкая, кусты, может быть, на огромные участки, как выстрел на голове. Светофор. За мной джип стоит. Вот он что делает? Двигается, выравнивает, что ли? Обратите внимание, сколько будет топливозаправщиков, топливовозов.
по барабану. Ну а что я буду стоять? Боковую камеру, на мой взгляд, очень неплохой вид, пейзаж. Ну, сейчас должна попасть дыра, с которой я говорил. Вот она, коричневая проплешина. Но здесь она по-другому смотрится. Yeah.